коротко предприятие. Немножко так для экскурса как бы, предприятия, да, что из себя представляет это наше производственное площадки. Находимся на Тимошевске, я сказал. Значит, в городе Тимошевске мы находимся. Что такое? Значит, преимущество препаратов на основе полезных микроорганизмов. Но я не буду здесь останавливаться подробно. Я просто представлю, здесь вот у нас новый вышел каталог препараты. Там есть и по препаратам, так сказать, характеристики и так далее. Ну, чисто вот для визуально, чтобы вы представляли, это препарат вот ГСТИМ, который мы производим. Вот, ВФТИМ КС-2, биофунгицид. Препарат ВСК-3, он как микробиологическое удобрение, ну, с фунгицидными свойствами. Препарат Инситим, это препарат биоинсектицид, в том числе работаем по подсолнечнику, по сое, по ряду по чешуйкам, клещи и так далее. Это под клещам испытания в Лобинском районе почти на 5000 гектаров, то есть очень эффективно. Ну и в прошлом году зарегистрировали препарат GSTIM FIT, и там разные марки этого препарата, то есть там 8 видов различных микроорганизмов, мы их разделили там и на семена, и так далее, чтобы было, так сказать, удобнее производственникам пользоваться. Ну, как правило, там один препарат, все культуры, здесь мы как бы разбили. Значит, я поделюсь по испытаниям, которые там проводятся. У нас мы плотно работаем с НИИ, пусковой, это центр масличных культур. Это то, что мы предлагаем вот, в обработке семян. Это кондитерки, я подчеркиваю, потому что, как правило, ну, гибридный подсолнечник вы получаете, он обработан, практически никто там перерабатывать не будет, а в кондитерке все-таки есть возможность, потому что многие сами обрабатывают у себя в хозяйстве. То есть это вот препарат БСК, плюс есть Тимфит, марка Ж. Марка Ж это чисто стимуляционные штаммы, азотфиксаторы, фосфоролитики, штаммы вырабатывающие аминокислоты, то есть не фунгицидные, БСК-3 это фунгицидные. То есть и цены, вот какие они получаются, да? И обработка дальше фазу 2-3 пары листьев, тоже препарат БСК-3 плюс ГСТИМ. Как правило, классическая обработка кондитерского подсолнечника, делая две вегетации. Значит, следующая обработка это вот БФТИМ, стадия образования корзинки 3 литра, и фунгицид сбором, да, и провера это адювант. Вот. Ну и еще один момент, это вот БФТИМу мы работаем к концу цветения против сухой гнили. Получается хороший эффект, мы, так сказать, уже не один год испытывали, и как бы на практике подтверждается. Дело в том, что репризопус, он как бы развивается на отмершей ткани подсолнечника, и химические фунгициды здесь малоэффективны, поэтому здесь у нас препарат БФТИМ совмещаем с инситимом, это с биоинсектицидом против солки, против чешуи крылых. Это вот такой, как бы такая схема, как предлагается. Значит, это то, что вот в 2020 году мы испытывали, в общем, мы там 3 года, я дальше 3-летние данные скажу. Ну вот вариантов тут довольно много различных. Мы здесь я не стал там. Видите, да, тут разные схемы обработки с разными микроэлементами и так далее. Мы испытываем во МНИИМКе для того, чтобы выявить наиболее оптимальные, так сказать, варианты применения. Да? Ну вот и дальше. Здесь и с бором, бормолибден, и зелью супер семена, и с кремнием. И вот креамин у нас выявился дорогой препарат, но в итоге. В общем-то, получился самый высокий урожай, 24,6, он такой,
то есть продолжим с ним, так сказать, испытания. Это вот то, что в 2020 году урожайность такая, видите, эталон. Я здесь контроль не брал, просто для того, чтобы в большей степени со стандартами, как бы всем интересно. Поэтому это вот такие, так сказать, варианты, которые вот с таким результатом. Да, здесь вот первый, седьмой вариант, да, вот там три обработки, восьмой вариант, вот две обработки, десятый вариант, вот он три обработки, то есть здесь вообще чисто биопрепараты без всяких микроэлементов. Я почему хочу сказать, что микроэлементы — это тоже такая, скажем, применение их, есть особенности. То есть когда у нас часто бывает, то есть если в почве есть, так сказать, набор, да, микроэлементов, то, в общем-то, то, что мы по вегетации работаем, ну, мы можем не получить эффект. А где есть, так сказать, то есть недостаток микроэлемента, там это бывает вообще на рядом полях, а бывает в разных хозяйствах. В одно, так сказать, этот препарат работает, у другого не работает. То есть, значит, в 2019 году, это тоже, как вы видите, тоже я просто сверху я начал, эти трехлетние данные. Вот, то есть также с разными зелесупами и с цинком, ну, так сказать, литературные данные часто подтверждаются, что в первый период тут не хватает цинка. Да? Мы решили как бы происпытывать, посмотреть как бы результат, да? Плюс гормолибдин. Ну вот тоже урожай на уровне 34, 36, да, 34, 49, вот с бормолибденом, вообще две обработки. Гелиос супер, вот он 1,5 литра на тонну тоже дал свой, так сказать, фильм. А это вот 18-й год, урожайность по 18-му году. То есть это лучшие варианты, да, которые мы их закладываем много, но это вот лучшие варианты, которые мы потом используем в производстве. Это вот результаты, видите, урожай какой-то высокий, связан с климатическими, так сказать, с погодными условиями. То есть вот такие данные. Значит, биологическая эффективность вот, против комплекса болезней растений подсолнечных, это данные, которые проводят и ученые в поле, и вот они, так сказать, против, видите, да, то есть как бы разница. Вот, по сухой гнили, да, 42-49, по бактериозе, да, разница, смотрите, какая высокая, насколько химические препараты менее эффективны по бактериозам, хотя, ну, я хочу сказать, что в последнее время на подсолнечнике, на сое, на семенах очень много, вот, доходит до 20% поражения бактериозами. Что такое бактериозы? Просто семена сгнивают. То есть, ну, вот по основным, так сказать, болезням вот такая эффективность. То есть я хочу подчеркнуть, что вы видите разница в биологии, да, вот химических препаратов и биологических. Здесь мы посмотрели, теперь дальше. Ну и по, в среднем за 3 года вот урожайность составляла 22-24 центера с небольшим значением применения биологической системы заражения. То есть вот БСК, БФТИМ, БФТИМ, тут получилось чистыми препаратами, чисто биологическими препаратами урожай получился выше в среднем, чем вот с разными добавками, микроэлементами. То есть в среднем за 3 года, вот хотя по, разница по годам, вы видели ее, да? А в среднем вот получилась эта схема лучше. Вот. Значит, по результатам испытаний системы защиты растений против болезней была рассчитана экономическая эффективность вот, прислужившейся на декабрь 2020 года стоимости товарного подсолнечника от 50 тысяч рублей. Что затраты на один центр находились в диапазоне 26-32, в том числе дополнительные затраты составляли 1150 рублей. Максимально условно чистый доход на гектар получен при применении БСК, БФТИМ и БФТИМ 78 тысяч, то есть рентабельностью плюса 277%. Вот чисто как бы биопрепарат. Значит, подавляли
против антагонизмов, то есть по семенам, проявляют семенную инфекцию против альтернариев 49%, резопус 87%, фузарий 87%. Это по семенной инфекции. То есть при обработке биопрепаратами семян. И по препаратам БФТ, вот как бы такие, это самое, такие данные получились. Это вот по хозяйствам данные, они так быстренько я пробегусь. Видите, да, урожайность как бы этот самый. Практически урожайность равная, я хочу обратить внимание на затратную часть. Здесь разные, и уже не крупноплодный подсолнечник, то есть и такой. Здесь вот Новокубанский, видите, вот то есть там без, вообще без обработки, здесь была обработка. То есть, возврат инвестиций, дополнительная прибыль 15 тысяч в любом случае мы получили с гектара. Это степь, Каменский район, Ростовская область тоже. Видите, ну, гибридный подсолнечник вообще не работает. Вообще не обрабатывали. Мы обрабатывали вот препаратом. Вот урожайность, она такая. Здесь центр, там полтора центра прибавки. Соответственно, экономика. Это Юг Руси, это Горняк, тут в сравнении, да, я просто, вот то, что там хозяйство сравнивали с какими-то препаратами, то есть БФТ, это вот наш препарат, то есть получили самую высокую урожайность здесь. Это Рассвет, Услабинский район, тоже урожайность, видите, какая и затратная часть. То есть Тихорецкий район. Заменили здесь, вот просто заменили, то есть здесь Амистар Экстра, первая обработка, видите, фазу 8-10, да. И, а здесь вот Питер заменили на БФТ, то есть одну обработку, то есть разница, смотрите, какая в экономике. Сергей Борисович, перебираем сильно. И там же Тихорецкий, я заканчиваю больше, и там же Тихорецкий обратная, да, обратная связь, там Питер, там БФТ, то есть поменяли, здесь... Это как бы меньше, но опять-таки экономика, она вот хорошая. Ну, Юг России и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо.